Да, очень надо. Тяжело после этих судов. Да, это пусть вспомнят о достопримечательности. Эльвира, здравствуйте. Что здравствуйте. Это у вас? Это у меня открытки с изображением Хабаровского края, достопримечательности. Я хочу отправить своему губернатору Фургалу Сергею Ивановичу и ребятам нашим, Козлову, Савочкину, все, кто попали под этот замес, под эту несправедливость, маленечко их поддержать. Мы всегда пишем, часто довольно-таки коллективные письма, чтобы они знали, что мы их ждем, мы смотрим, что, как происходит, мы видим все, что они совершенно ни в чем не виновны и просто беспредел. Мой зритель, вот мои люди, это те, особенно в других городах, где вообще ничего не происходит. Или даже в нашем городе, где они окружены вот такой ватой путиноидной. И я сам это проходил в 70-е годы, когда коммунистическая пропаганда была очень сильной. И кажется, что ты уже сумасшедший. Ну не может же все быть неправы, а ты прав. И люди многие от этого страдают, потому что замыкаются, и в себе аж депрессия начинается. И я стою, чтобы они видели, что они все-таки правы, они правильно все понимают, что не все такие, как им кажется. А есть люди, которые говорят в полный голос и протестуют против этого. Еще я хочу всем напомнить, что 3 года назад, 20 августа, ядовитая крыса укусила и порядочного человека. Надо об этом помнить и всем напоминать, а иначе эти крысы, они покусают все 8 миллиардов человек. Обязательно надо помнить о людях погибших, о людях сидящих, чтобы это все изменилось.